Надо же, целый час прошел, ничего, картина не поменялась. Я пока сбегала, Марселя проведала. Вот. Кай спит уже. Вообще сумерки. Вот. Влюбленная пара здесь. Поэтому... Красиво. Лежат. Наслаждаются вечерней прохладой. Сейчас просматриваю еще вместе с вами. Ой, какая красота. Я не могу прям. У меня восторг. Что у нас здесь на любимом пляже? Ничего не изменилось. Никто не пришел. Да, смотрите, какое небо. Это же красота неописуемая. Просто восхищение. Смотрите, какие вольеры обновленные. Посадили деревья. Сделали дополнительные решетки. Вот. Там деревья посадили. Какая трава не вытоптанная. Очень красиво. Это любимое дерево. Наших львов они об него когти точат. Это пьедестал. Любят здесь львы зимой. Вот теперь они не смогут друг другу, видите, вот сделали как. Молодцы. Олег Алексеевич, у него все продумано. Одна решетка и здесь теперь. И они теперь, видите, деревья какие необыкновенные. Видите, разноцветные листики. И теперь они не смогут царапать друг друга зимой. Вот. Ну, а здесь... Львиный пляж, сейчас посмотрим. Ой, Кай лежит под деревом. Здесь тоже все лежат, все по парам. Отдыхают после жаркого дня. Вон тигрюня пришла, пришел. Так что вот так вот. Алекс удалился. Алекса нет. Каюшка лежит. Живописно смотрится он, конечно. Такая поляна. Хочу провести вас колешки. И заодно показать саванну и небо. Посмотрите, какая красота. И месяц. Посмотрите, разве это не красиво? В Крыму вообще потрясающая ночь. Звездное-звездное небо. Видите, здесь кажется еще светло. Сверчки поют.
Главное не упасть. Очень красиво. Посмотрим. Я быстренько, чтобы не отнимать у вас время. Но кому интересен парк Тайган, он посмотрит, конечно, такую красоту. Шнуром зацепилась. Видите, как красиво. Водопой. Там фонтанчик. Водичка обновляется постоянно. Знаменитая лавочка. Опять ее только сделали. Представляете, как львы любят на этой лавочке отдыхать или что, я не знаю. Опять разбомбили от хулиганы, а? Представляете, только сделал Олег Алексеевич. Вот, уже опять завалили это все. Ветер в Тайгане и вообще в Крыму вечера какие-то особенные. Видите, как красиво. Олежку сейчас проверю. В один или в самолете с дамой с ветреной своей. Потому что я ее не вижу. Наверное, опять в чуки-деки ушла. А, вон она, Олежка. Ух ты мой золотой. Ждешь свою ненаглядную? Смотрите, как красиво, сколько роз. Олег Алексеевич любит украшать деревья, видите, необыкновенные. Здесь розы. Вот все отдыхающие ходят. Сейчас мы Олежечку проведаем. Вон он, мальчик лежит. Зайка мой любимый. Я вечерком ему мясо приношу, чтоб он покушал. Или Акадия. И Олег Алексеевич, когда в сафари едет. Сейчас нет, надо вот так, потому что тогда трясучка. Вот он. Наш красавец Олежка. Обожаю этого льва. Очень люблю. Видите, как он ждет свою ветреную красавицу. Олежка. Не буду я его тревожить, звать. Пусть лежит. Ой, мой мальчик.
Ох ты мой мальчик, какой же ты красивый, а? Просто нет слов. Вот так. Вот ты кот. Ой, ты кот. Такой кот. Красивый. Ой, боже, ну посмотрите на него. Это же необыкновенная красота. Обожаю. Как говорят, интеллигент до кончика хвоста. Алиш, ты отвернулся, я к тебе с этой стороны подошла. Ничего, она придет, Лайка. Она тебя любит. Олежка. Она любит тебя. Да, твоя. Ветреная вертихвостка. Герда. Ты мой мальчик. Ой, боже, какой же ты красивая. Глаз не оторвать от него. Очень внимательно наблюдает и все время слушает. Да, даже не знаю, Олежка, там я еще не была дважды, я ее не видела, твою звезду. Видите, он как внимательный. У них же слух лучше, чем наш. Каждый шорох слышит. Любимый мальчик. Так что вот так вот. Друзья, видите, всем привет от льва Олежки, от красавца такого ненаглядного. Ой, зевает малыш. Он хоть и взрослый уже, 3 года, 4-й год, но я его знаю, когда он только приехал в Тайган с первого дня. Легендой. И Олежка это... Ну, Даночка это вообще не обсуждается, конечно. Так что вот такой Олежечка наш. И вот такая сафари. Памятник лорду, первому вожаку. У него, видите, здесь и цветы. Ну, сейчас, конечно, плохо видно. Ну... А вот интересно, там кто-то лежит, что ли? Подождите. А, нет, это кусочек дорожки. Видите, я плохо вижу. Мне кажется, что там кто-то лежит. Ну, это, наверное, тропинка. Я думала, уже обрадовалась, что вертихвостка там отдыхает. Но я думала, что если бы... Ох ты кот катается. Так что всем, друзья, большой привет из парка Львов Тайган. От Олежки из сафари.